Здравствуйте, друзья! Привет, знатоки! С вами Следопыт, и мы продолжаем изучать игру «Маленькие кошмары 2». Эта загадка должна была бы быть первой, потому что находится она в самом-самом начале игры. И находится она в первом же овраге, который большинство игроков перепрыгивает, не обращая внимания на то, что там валяется. А валяется там нечто. И кажется мне, что там не только чьи-то останки, но еще и что-то похожее на остатки одежды. А давайте присмотримся внимательно. Может, мне померещилось, но я нафантазировал вот такой силуэт. Что это может быть? И что это может означать? Может быть, вот так? Может, это останки пятой? Так нет, мы знаем, что она утонула, а плащик уплыл себе куда-то. Так кто это был? Пятая, шестая, или какая-нибудь седьмая, или еще что-то? А что увидели вы? Ну, вы пока думайте, а мы с Моно побежим дальше за другими загадками. Пока-пока.